правительство Израиля объявило, что комиссия по ценным бумагам Израиля, ISA, более тщательно изучает ICO. Как сообщает Cointelegraph, комиссия по ценным бумагам, возможно, может их регулировать, поскольку один из израильских пользователей Твиттера, Уди Вертхаймер, прокомментировал, что Израиль является домом для высокопоставленных ICO. Кроме того, профессор Шмуэль Хаузер, главный в комиссии по ценным бумагам, объявил о создании комитета для оценки того, попадет ли ICO в определение безопасности, установленное израильским правительством. Согласно сообщению, после того, как комитет проанализирует правила шифрования, правительство будет вмешиваться в правила ICO и криптовалюты.